Почему генная инженерия становится одной из самых перспективных наук? Какие таблетки будущего готовят ученые? И чем кардинально отличается подготовка медиков в Казанском университете? О возможностях для научных открытий Института фундаментальной медицины и биологии расскажут директор института Андрей Киасов, заведующий отделением научно-образовательного центра фармацевтики Альберт Резванов и доцент кафедры микробиологии Равиль Фахрулин. Гости ответят на вопросы в прямом эфире. Не пропустите интервью с главным врачом РКБ-2 Альмиром Абашевым. 26 июня, 14:00. Программа «КФУ. Вчера, сегодня, завтра».